А чего так хорошо? От того, что кто-то ест большую булку. Так, доброго здоровья. Вот смотрите, я как бы сказать, подумал, чтобы сегодня заснять. Вообще-то у меня полным-полно идей. Это и травник продолжать, и рассказывать о выдающихся людях в плане оздоровления, например, Порфирий Конеевич Иванове и других, что, что, как. Но, просматривая ваши отзывы, я наткнулся на Феникс Иной. Вопрос такой. И вопрос вообще довольно-таки щекотливый, так скажем. Но мы его разберем. На то я и есть я. Петрович, вы можете назвать себя плагиатом? Значит, смотрите, что такое плагиат? Плагиат – умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы или искусства в целом или в частности. То есть вы должны какую-то часть взять. Либо еще там плагиат, выдача чужого произведения за свое или незаконное опубликование чужого произведения под своим именем, литературное воровство. О, как! Но мне больше нравится последнее. Это умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы или искусства в целом или в частности. И дальше, значит, Феникс Иной говорит. Петрович, вы чужие достижения переписывали как бы в свои книги. Но ведь это же чужое достижение. Вы на этом сделали капитал. Вот знаете, вот если бы вот без капитала, ну это было бы одно. Вот когда капитал, это значит я тут, ну, какой-то такой, знаете, прожженный ворюга, ворую. Вот если бы я был прожженный ворюга, я бы вот эти все, знаете, видео, которые сейчас имеются, самые популярные на Ютубе, я бы их просто-напросто, ну, грубо говоря, идею-то я понял, по-своему бы рассказал бы, и вот на этом бы я сделал бы капитал. Вот это как-то, знаете, вот всегда какая-то подковырка. Ну ладно, получается, вы плагиат. Только, пожалуйста, не обижайтесь. Я в данном случае говорю лишь о фактах и аргументах. Факты и аргументы. Ну давайте, давайте. Значит, я вам рассказал, что такое плагиат. То есть вы это взяли и использовали. Ну, начнем с простого примера. Начнем, например, с того, что в книге Куренова «Народный лечебник» есть чистка печени. Чистка печени, я могу так сказать, я взял оттуда чистку печени. И все взяли оттуда. Андрей взял оттуда еще. А Куриной вот, ну, кто-то ему рассказал, то есть вот это народный рецепт. Но мы не будем говорить. Куриной изложил первую чистку печени. Значит, берем, что мы там берем? Оливковое масло, лимонный сок, пьем и так далее. То есть вот этот бы отрывочек, если бы я взял бы и сказал, это мой. Хотя он мной взят у Куринова. Значит, вот это был бы плагиат. А так как
этот отрывочек взят в виде рабочего материала, который в дальнейшем объясняется, который в дальнейшем развивается, который в дальнейшем там вытекает в нечто, будем говорить, самостоятельное, это уже совершенно другое. А что именно? Как я там написал? Если бы я что-то брал, если я что-то брал, то обычно ссылался на источник. А так как мной написано достаточно книг и претензий на плагиат не поступало, поступало все, что угодно, кроме плагиата. Далее я вот примерно вам привел пример. А теперь, что же я делал? Я развивал, объяснял и совершенствовал чужое знание, в результате чего появлялось качественно новые знания и материалы, а это уже называется творчеством. Далее, формулировка творчества, их несколько этих формулировок творчества, но вот мне такое понравилось. Творчество – процесс деятельности, создающий качество новые материал на основе ранее известных. Что же я вообще сделал так по большому счету? Я преподнес старое знание в виде рабочей системы. И в этом оказалась ее новизна, поэтому и вопрос о плагиате не стоит. Ну, я уже так дальше говорю. Подобного до сих пор направления самооздоровления организма и ЖОС нет. То есть я выдал некую систему. Вот, например, про голод также написано огромное там количество разного материала. Но когда я начал голодать, вот я бы взял бы Юрия Николаева там. Классическое голодание, голодай себя на здоровье и все. Вроде там все там описано. Вход там, что там происходит, выход. Но не тут-то было. Там нету такого понятия, как голод влияет на индивидуальную конституцию. И если я в голодании взял вот эти вот различные все эти системы, которые мне были известны, Юрия Николаева, там, допустим, Аракеляна, потом еще там Шелтона, в том числе там Брех. Кстати, Брех, он не говорит, что он что-то там такое придумал. Он просто голодал и свой опыт изложил, как это все идет. То есть на основании того, что он видел, что он чувствовал, что происходит с его организмом, получилось вроде бы голодание как наука, а в его, будем говорить, изложении получилось очень интересное знание. Вот я все это взял, сам поголодал. Естественно, я сослался на все эти источники, что вот такое-то, 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 а потом изложил свое. То есть те знания о голоде, которые были, я дополнил. То же самое касается питания. О нем уже там много было, даже с учетом индивидуальной конституции. Но никто в русскоязычном мире как-то ясно, понятно не написал, какие там продукты, как там вот будут влиять на жизненные принципы. Это я сделал. И также я сделал ряд других. То есть, да, знание было. Пожалуйста, там, о том, как там тренироваться, там, мышцы, знание о том, как голодать, знание о том, как дышать, знание о том, о том, о том, о том, о том. Все это было. Естественно, я его использовал. Я на него оперся, посмотрел, как это, будем говорить, вот, работает, как это я вижу со своей точки зрения, потому что каждый человек все это видит со своей точки зрения. У вас свое, будем говорить, видение на все эти вопросы. И взял его и изложил. И это уже, вот пишется так, чужие достижения переписали в своей книге. Если бы они просто были переписаны, вот знаете, там, Поль Брех, вот это вот, Порфирий Иванович, Иванов вот это, Юрий Петрович Власов вот это, там Зимин еще вот это вот, там Ниши вот это, Майя Гагулан вот это и так далее. То есть просто переписаны вот это вот. И из этого была бы, знаете, вот составлена моя книга. Если взять вообще текст и чужой текст, слова переставить, это уже будет не плагиат. Потому что вы поработали над текстом. Как-то это называется там, так интересно сейчас все это название.
по-иностранному называется, копирайтеры, что ли. Вы изложили это даже лучше, чем сам автор. То это уже не плагиат, хотя идея лежит идентичная. Что касается меня, то из этой идеи я делал нечто большее. Я ее развивал дальше. Я привносил в нее что-то свое. И получалось, что на этих знаниях наслаивались еще знания. Это получалось, оно так и есть. Творчество – это на основе чего-то одного, вы развиваете это дальше. То есть, грубо говоря, на основе прялки вы изобрели ткацкий станок. Но в основе что лежит ткацкого станка? Та же прялка, понимаете? Но вы-то сделали ого как. А потом ткацкий станок, он может быть на паре, он может быть на электричестве. Видите как? В результате вот это вот, как бы вот это вот, как бы чужие достижения. Тут не чужие достижения, правильно было бы назвать чужие знания, можно так сказать, чужой опыт. Но все это, опыт объяснялся, знания развивались дальше. Вот в этом-то и отличие. И это уже называется творчеством, и это уже совершенно другое знание. И я хочу закончить нашу вот эту вот беседу следующим сообщением Ромы Фомина. Спасибо, что вы объяснили в своих книгах понятие о Боге, приведя пример «человек-клетка», а Бог – целый организм. Я как-то сразу это принял, такое простое и вместе с тем довольно-таки сложное объяснение. А это уже гениальность. Объяснить сложное просто вот так, как я вот это сделал. И вот так я продолжаю все эти вещи, не люблю иностранные слова, объяснять простым русским языком, чтобы вы понимали, что такое плагиат, что такое творчество и, в конце концов, что такое гениальность. Из всего вот этого разнообразия создать какую-то стройную систему, которая бы работала. А до этого не было систем по самоздоровлению, даже по здоровому образу жизни. Все вкладывают в здоровый образ жизни в самые различные понятия. Но такого системного подхода, как у меня, по крайней мере, я не читал. Может, вы где-то и читали. Ну вот, и новое видео запилилось. Кстати, я же вам, когда читал стихи, я говорю, что вот, допустим, я там про рыжую киску, это сочинил я, рыжая киска лежит на тахте, сладко, мурчит она что-то во сне, часики тикают, чайник кипит, месяц в окошко лукаво глядит, снится кисуле, толстая мышка, ручки хозяйки, любимая миска, гладят ее и чешут за ушком, она повернулась к нам беленьким брюшком, ах, милый котейка, вставай побыстрее, мы будем встречать с тобой наших гостей, покажем прыжки им, кульбиты, сальто, потом ты получишь от мамы сальцо. Это я сочинил. И я так говорю, это я сочинил. А вот то, что прошло через меня, я к себе не приписываю. Хотя вы не знаете, что вы говорите, что это прошло через меня, и я записал. Но я важно быть к самому себе честным. И если вы к самому себе честны, то и пространство к вам будет совсем по-другому относиться. И вот те стихи, которые прошли через меня, я сказал, что это всего лишь прошло. Вот он какой стих, который прошел и записал. Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие свое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполнить им все миры. Где буду я, где будешь ты, ведь я и ты – две миры этой красоты. Авторство себе я не присвоил, а хотелось бы, очень хотелось. Это такие редкие стихи бывают. Свыше дано. И когда человеку даются такие стихи свыше, когда ему идет такое доверие, что, знаете, на чем-то обманывать, сделали себе капитал.
Вот если честно, для меня капитал, это, как правило, в денежном выражении, это где-то 1 000 000 000 рублей. Все остальное это не капитал, это фигня. Есть, кстати, стихотворение такое. Я, насколько помню, прочитаю. Мое. Чаек душистый наливая, о жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод здоровье крепкое иметь, а остальное просто медь, ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром. Вот это мое стихотворение. Вот исходя из всего этого, понимаете, вот сделали капитал и так далее, вроде, это не капитал, это так, пыль от капитала. Я сделал сам себя и сделал вокруг то, чтобы просто нормально мне было жить. Вот и все, что я сделал. И сталкиваясь с проблемами, которые мне приносят жизнь, я их стараюсь решить. Вот и все. Вот весь и плагиат, вот все и творчество. Ну и, конечно, гениальность. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!